Всем привет! С вами Андрей, а вы на канале с Андрей Галенко. И сегодня мы будем играть в Майнкрафт на выживание, часть 8. На зомбаки. Вот черт. О, маленький утопленник. На. Ну что, получили вы? А, вот еще зомби. О май гад. На. Ай. Ай. На, зомбачиха. Что ж, идем спать. О, эндермен. Ой, я там видел паука со скелетом. На. Да идите вы отсюда. Так. Так. Можно скрафтить еще меч. Давайте еще. Ой. Ну и ладно. Давайте скрафтим сундук и... Давайте оденем... Во! Какой я! Так, Наутилиус. Ну, как бы это раковина. Тоже пойдем.
О, дельфин. Снова дельфин. Как то, что в прошлой этой серии. Мы встретили дельфин. Несколько дельфинов. Давайте соберем эти цветочки. Несколько. О, пещера. Ну, наверное. Кажется, там кто-то взорвал. Наверное, этот крипер взорвал. Да блин. Блин, пещера такая маленькая. Жаль. А вот еще пещера. Глубокая. О, гриб. О, летучая мышь. О, золото.
Блин. О, еще золотце. О, это что, синее? А, лазурит. Но я хочу алмазы. Конец. Конец пещеры. Что ж, пойдем в другую сторону. Тоже. Да почему? О. Ай. Так. Блин. Так, ложимся спать. Но жалко, что я лодку оставил. Ой, на. Но ничего страшного, что я лодку оставил. Потом вот еще скрафчу эту лодку.
У нас тут много угля. Давайте. Давайте. Вот железо давайте пожарим. О, звездочка. О, маринованный паучий глаз. Давайте скрафтим и попробуем. А нет, нельзя. Нельзя есть. О. Что же скрафтить? Давайте. Давайте. О. Давайте. Котел скрафтим. Вот такой вот котел. А, давайте поставим на третий этаж. Так. Давайте вот еще скрафтим, если есть. Не получится скрафтить ведро. Ну и ладно. Подписываемся на меня, кто любит Майнкрафт, а мы заканчиваем. Ну а с вами был Андрей, а вы на канале с Андрей Галенко. И всем пока.